Всем привет! С вами Guardian, и сегодня мы рассмотрим новый перк Ронина – фазовый рефлекс. Очевидно, что он дает возможность избежать казни и еще какое-то время играть на нервах у врага. Я же нашел ему другое применение под названием ядерный сюрприз. В чем суть данного приема? Все просто. Когда у титана останется мало хп, нам необходимо добраться до скопления вражеских титанов и дождаться, когда сработает перк. После этого надо быстро активировать ядерную катапульту, а по возвращению из фазового сдвига дарим сюрприз. В общем, предлагаю посмотреть небольшую нарезку, правда на видео я специально шел на убой, чего конечно не стоит повторять. А данный метод рекомендуется использовать забавы ради. На этом все, всем пока.